14 марта в сквере администрации города стартовала международная акция «Посади дерево», организованная воспитанниками станции юных натуралистов. Важно отметить, что в этом году она приурочена к столетию Расула Гамзатова и году педагога и наставника. Деревья выращены детьми станции юных натуралистов. И надеемся, что здесь будет красивая каштановая аллея, будет красиво цвести и с большим ароматом. Надеемся, что дети и горожане оценят наш труд. Перед посадкой деревьев юные натуралисты продемонстрировали свои таланты в литературном и музыкальном направлении. Ребята встретили представителей ведомств города под мелодию флейты, а после прочитали стихи великого поэта Расула Гамзатова. И потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьей окликая, всех вас, кого оставил на земле. К акции присоединились глава города Каспийск Борис Гонцов, зампредседателя собрания депутатов Аза Алиева, начальник управления образования Лариса Абрамова, заместитель главы города Казбек Демиров и многие другие. Для участников акции организаторы провели небольшой мастер-класс по правильной посадке дерева. Для того, чтобы данное дерево, то есть имеется в виду плодовые, а у нас многие плодовые сажают, это декоративные, необходимо соблюдать следующие правила. Когда вы взяли или купили на рынке, или выкопали из этого грунта для пересадки, обычно корни повреждаются. Вскоре глава Каспийска совместно с представителями ведомств города и юными натуралистами отправились выбирать участок, где смогут посадить саженцы. Отметим, что все участники акции отлично справились с поставленной задачей. По словам начальника образования города Каспийска Ларисы Абрамовой, станция юных натуралистов ежегодно представляют саженцы для озеленения нашего города. Вот те саженцы, которые мы сегодня сажали, это же удивительная вещь. Руками юнатов, из косточек, из семян эти саженцы были высажены. 5 лет они их выращивали. И вот сегодня мы их вот здесь, около администрации, высаживаем. Я очень надеюсь, что они примутся. Я очень надеюсь, что здесь через несколько лет будут красивые деревья, радовать всех горожан. Ну и поскольку есть уже мое собственное дерево, я тоже буду за ним ухаживать. Стоит подчеркнуть, что всего на территории администрации города сегодня было посажено 20 деревьев – ясеневые и каштановые. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».